Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ваш канал New системного администратора. И сегодня я хотел бы затронуть такую тему. Все вы очень часто любите сохранять множество различной информации на вашем рабочем столе. И я хотел бы вам показать, как можно расположить ваш рабочий стол, чтобы он сохранялся на диске, например, D, там, E или каком-то другом диске. Например, это не будет наш локальный диск C. Например, когда вы потеряете винду, естественно, все пропадет то, что было у вас на рабочем столе. Но тем самым, когда мы перенесем наш рабочий стол на другой локальный диск, то, естественно, ваши файлы все сохранятся. И сегодня я хотел бы вам показать, как можно это сделать. Я, в принципе, буду быстро и кратко все это показывать, не буду углубляться, и все это дело мы быстро сделаем. Итак, первое, давайте разберемся, где находится сейчас наш рабочий стол. Заходим в локальный диск C, открываем. Выбираем наших пользователей и смотрим нашего пользователя, под которым мы работаем. Нажимаем, например, SA, да, и видим, у нас есть папка «Рабочий стол». Открываем и видим все то, что у нас здесь, располагается здесь. Далее, давайте посмотрим, как это выглядит по, например, пути. Выбираем «Свойства» правой кнопкой мыши, переходим в «Расположение». И видим, что у нас указан путь, например, C, пользователи. Потом выбираем пользователя и, естественно, рабочий стол. Давайте теперь сделаем, например, другой путь и выберем, например, куда мы будем все это дело сохранять. Итак, например, указываем, да, давайте укажем название, например, ну, давайте укажем также, например, пользователя, например, сделаем, да. Например, будет SA2, заходим, да, и выбираем, здесь у нас, например, будет, создадим папку, будет рабочий стол. Ну, можно, в принципе, как хотите назвать десктоп, можно просто назвать рабочий стол. Можно, в принципе, на английском, можно на русском. Указали, да, все это дело у нас есть. Теперь, что мы делаем? Теперь, как видим, у нас эта папка, можно либо зайти в наш компьютер, здесь в левом углу есть правая кнопка, выбираем свойства, либо же идем по пути локальный диск C, выбираем пользователя, выбираем рабочий стол, выбираем свойства, переходим в расположение, и здесь у нас кнопка есть переместить. Нажимаем переместить, открываем, естественно, наш компьютер, выбираем локальный диск D. Выбираем, например, SA2, у нас, да, будет папка размещаться. И выбираем наш рабочий стол. Нажимаем на папку, нажимаем выбор папки. Как видим, вот таким способом будет указан наш путь, где будет располагаться наш рабочий стол. Нажимаем применить. И после данных манипуляций, естественно, как видим, переместятся все файлы из старого расположения в новое. Например, если у вас на рабочем столе очень множество различных файлов, которые занимают много места, то это будет, в принципе, продолжительное время копирования. И все это дело перенесется на диск D, и все файлы будут там. Нажимаем «Да», и все это дело переносится. После переноски у вас все файлы как были на рабочем столе, так они и останутся и будут работать. Но они будут уже храниться на диске D. Вот, в принципе, ребят, таким способом мы можем переместить наши, получается, файлы с рабочего стола, например, на диске C, на диск D. С вами был канал New системного администратора. Ставим лайки, пишем комментарии, делимся видео с друзьями. Всего вам хорошего. До свидания.